Ё-жесть, смотрите, как он начал. Жесть, как он справляется с управлением. Я в шоке. Да, этот парень вообще не любит тормоза. Опа, ну все, поехала, поехала. Капец, посмотрите. Так, ремень, ремень. Йоу, всем привет, парни, с вами Стэн Лютер. И сегодня у нас будет очень интересный видос. Я придумал один челлендж. Суть челленджа такова. Я нахожу одного бомжа и предлагаю ему доехать с Арзамаса до Южного за 2 минуты и 20 секунд. Если он успевает доехать в это время, то он получает 50 тысяч рублей. Но при одном условии. Если он один раз врезается, то это минус 10 тысяч рублей. Так будет минусоваться каждый раз, когда он врезается. Я купил эту Audi R8, мы будем ехать на ней. Поверьте, это будет очень непросто им, потому что, по сути, машина может доехать на такой скорости за это время, но она жесть как управляется, ее заносит, и новичок просто будет в шоке. Я до сих пор к ней не могу до конца привыкнуть, хотя она у меня уже второй день. Ну, зато она хотя бы на гидравлике, но поверьте, видос будет очень интересный. А пока что подписывайтесь, если вы еще не подписаны, и ставьте лайк. Перед началом этого ролика хочу тебе посоветовать подписаться на канал Кирвуд. Этот парень мне сделал новую шапку для канала. У него проходят очень часто стримы по КРМП, а также есть очень много интересных видосов. К примеру, сколько стоит твой шмот в Самбе. Ссылочка в описании, подпишитесь. Давайте подъедем и найдем одного рандомного бомжа. Вот смотрите, каких тут много. Кто хочет 50к и имеет права? А? А ну-ка. Опа, все хочет, Тимур. Окей, за мной. Давайте его отведем сюда, подальше от остальных, и расскажем ему суть. Кстати, мне надо было лекнуться, потому что мы, скорее всего, сдохнем с ним. Ты должен будешь доехать отсюда до башни Останкино в Южном за 2 минуты и 20 секунд. Один удар равен минус 10к. Так, давайте посмотрим, на что этот парень способен. Все, пристегиваем сразу ремень, потому что мне очень стрёмно с ним ехать. Давайте. Один. Два. Три. Начали. Все, поехали. Ну-ка. Ё-жесть, смотрите, как он начал. Смотрите. Ладно, давайте не будем засчитывать, хотя он уже тачку покоряжил. Он просто подлетел каким-то образом. Я на ней гонял под 260, но так не подлетал. Жесть. Еще к тому же еще и туман. Ну-ка, ну-ка, аккуратно, аккуратно, парень, да. Молодец. Кстати, смотрите, какой он аккуратный, я думал, что он вообще так аккуратно будет ехать, потому что я, когда сам замерял, то я просто тут влетал. Аккуратненько едет. Ну, уже прошло 30 секунд, ему надо очень поторопиться, потому что мы только выехали с Арзамаса, потому что суть такова, что ему надо очень сильно торопиться, а он не торопится. Так, тут черный Мерин. Давайте не будем ему засчитывать эти всякие повреждения, потому что, ну, он просто об землю ударился, по сути. Он никак не... О, посмотрите, он даже едет на гидравлике зачем-то. Она как бы медленнее машина едет, я так понимаю. Опа, опасный поворот. Жесть, как он справляется с управлением. Я в шоке. Так, ладно. Минус один, минус два. Уже есть два повреждения. Смотрите, поезд еще. Я в шоке. Давай. Минута 20. Что-то я, наверное, не так посчитал, потому что мы доезжаем сюда за минуту 30. Как-то очень быстро. Третье повреждение. Он приезжает очень быстро. Я думаю, что в следующий раз мне надо сделать намного быстрее. Ну все, он сюда заехал. Окей, засчитываем. Стоп. Все, братан, тормози, какая разница. Он доехал за минуту 50. Ты выполнил задачу. 50 минус 30. Равно 20. Все, Тимур, получает свои заслуженные 20к. Итак, парни, вторая часть. Я придумал поинтереснее. Сейчас мы на этой машине поедем в гору. Я уже нашел одного рыжика. Я решил не ждать. Я решил не томить вас, потому что довольно-таки сложно найти нормального рыжика. И сейчас мы поедем. У него всего минута и 20 секунд. Если он успеет подняться и обратно сюда спуститься, он получит 50 тысяч. Один. Два. Три. Поехали. Давай, Толян, едь. Смотрите, как он разгоняется. Ему вообще все равно, что это горы. Давай, давай. Так, пока мы поднимаемся, уже прошло 10 секунд. Йо, аккуратнее. Смотрите, как его тут немного заносит даже. Да, этот парень вообще не любит тормоза. Опа, ну все, поехал, поехал. Капец, посмотрите. Так, ремень, ремень. Я ремень не одел.
К счастью, я еще жив, но он вот-вот сдохнет. Хоть бы тачку мне оставил. Смотрите на него. Я в шоке. И мы без ремней погнали. Так, уже прошло 40 секунд, ему надо поторопиться, потому что пол времени уже прошло. Ну, по сути, мы, я думаю, мы успеем, потому что дальше уже спуск. Все, разворачивайся. Обратно. Не тупи, обратно. Еще спуститься надо. Как-то он тормозит, он теряет свое время, уже прошла 1 минута, и, видимо, он не успевает. Смотрите, что он делает. Он хотел сократить, но у него не получается. Да, братан, это было слишком рискованно. Ну все, он уже не успевает, уже 1:15. Так. Все, уже 1:20. Давайте, я думаю, что дадим ему второй шанс, потому что он затупил, когда мы поднялись. Еще один раз пытаемся, но я ему даю 1:30. 1, 2, 3. Поехали. Все, едем. Давай, Толя, поторопись. Хотя, если он сейчас не затупит... Смотрите, что он делает. Он в АФК зачем-то встал. Если он не затупит, то он доедет. Потому что он тогда упал и потратил на это время. А если бы он еще не останавливался в конце? Но зачем-то он становится в АФК. Смотрите, смотрите, что творит. Давай, Толян. Зачем ты в АФК становишься? О, смотрите, какой уже аккуратненький стал. Тут мы нормально проезжаем, не падаем. Прошло 40 секунд. Если он так же само будет возвращаться, то мы вполне успеем. Все, встал, развернулся. Давай, давай, по-быстрому. 50 секунд уже. У него осталось 40 секунд, по сути, он успеет. Главное, чтобы он никуда не провалился. Итак, на времени у нас уже 1:13, и он вполне успевает. Только я не могу понять, зачем он тут тормозит, потому что тут особо ничего нету. Итак, 1:23, 1:24, 1:26. Он успел, ему осталось 4 секунды. Все, братан, передаем ему 50 тысяч рублей. Все, я дал Толяну уже 50 тысяч. Я думаю, на этом мы закончим нашу серию. Напишите, нравится ли вам такое или нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. С вами был Стэн Лютер. Всем спасибо, пока.